Директор компании «Алмазы Анабара» Павел Мариночев на днях посетил Алекминский район. Целью визита стал осмотр сельхозпредприятий. Бренд Алекминского района – кладовая Алекмы. Он широко известен, но чтобы бренд им и остался, требуется оздоровление предприятия, причем по нескольким направлениям. Елена Фаст продолжит. Заметные перемены к лучшему можно заметить в кладовой Алекмы. Уже отстроен комплекс «Ленкюрь», строительство здесь же телятника и уже зримые перспективы для животноводов Амгино-Алекминской фирмы. Рабочий визит генерального директора «Алмазов Анабара» Павла Мариночева был не только контрольным, сколько спланированным именно на сотрудничество и поддержку. Правительство и компания готовы инвестировать в предприятие, поскольку есть конкретные результаты. В этом году сумма запланированных инвестиций составляет 128 миллионов рублей. Это инвестиции, которые должны быть направлены на строительство нового животноводческого комплекса, на реконструкцию пищекомбината, на приобретение нового оборудования для пищекомбината, оборудование для производства растениеводства. А для чего растениеводство? Для того, чтобы увеличить площади посевные и сформировать такую собственную качественную кормовую базу для наших уже животноводов. Вот. Для животноводческого комплекса. Ну и это приобретение новой техники. Если на Инкюрском отделении эти результаты ожидаемы, современный комплекс уже стал привлекательным для желающих найти работу, а значит, есть кадры. Значительно улучшены и условия для буренок, то на Амгино Алекминской результаты держатся на энтузиазме коллектива. Здесь условия работы несравнимы, тем не менее, по всем показателям они не уступают соседям. Вот Белькея надо построить, вы сами были там. Страшные условия. И такие коровы-то там тоже такие же и даже еще лучше. И доярок там больше. Сам осмотр имеющегося занял немного времени. Большую часть визита заняли уже конкретные обсуждения, условий и даже места под будущее строительство. Все это говорило о том, что мечтам амгино-алекминцев суждено сбыться. Павел Мариночев внес лишь одно уточнение. Я не слышал про мечты, слышал про планы. Планы мы намерены реализовать. Елена Фаст, Максим Копылов, НВК Саха, Алекминск.